Эскалация боевых действий на Донбассе. Минимум двое украинских военных ранены. Ожесточенные бои идут возле Авдеевки. Под огнем боевиков оказалась Донецкая фильтровальная станция. На Светлодарской дуге несколько дней подряд противник использует танки и гаубицы. И сегодня там побывала наша съемочная группа. По разрыву видно, что это прилет с танка. Працювали с танка. Вот. Бьют кучно, щільно. Ну, прильотів з 10 було. Воронки, воронки и еще раз воронки. Позиции на Светлодарской дуге – одной из самых напряженных точек зоны АТО. Прошедшие сутки, как и предыдущие, выдались неспокойными. Боевики активно использовали бронетехнику и гаубицы. При таких обстрелах часто осуществляется корректировка с воздуха. Наблюдаем, их беспилотники летают и не один. Как правило, 3-4 беспилотника. А это уже соседнее укрепление и снова воронки. За предыдущую неделю противник на Светлодарской дуге активизировался. Работают минометы по несколько расчетов. Недавно еще по нашим товарищам и работали даже с градом. У нас, вон, сами видите, какие вороночки. Это 120-й. Там дальше у нас есть еще и 150-я савушка. Работают всем, что есть. Причем, если раньше артиллерия боевиков стреляла в основном по ночам, сейчас запрещенные калибры работают и средь бела дня, совершенно игнорируя наблюдателей ОБСЕ. В последнее время что-то корреляция поменялась. В последнее время что-то оно на светлое время суток перешло интенсивность. Ну, ночью тоже бывают обстрелы, но что-то они тут поменяли график своей работы. Сейчас на Светлодарской дуге задождило, на дорогах распутится. Возможно, это снизит эскалацию боевых действий. Дождик хорошо влияет, в общем-то, на это все. Потому что, как и передвигаться, что технике, что нам, очень сложно. Плюс еще наше оружие, что оно ж намокает и дает осечки. Так как ребята ж там шалят. У них так же самое, как и у нас, просто техника грузнет. А то, что у них на позициях стоит, они ж работают как на ура. А всего в нескольких километрах у мирных жителей праздник. После месячного перерыва прибыли сотрудники Красного Креста с гуманитарной помощью. Ну, этот раз дают там за 2 месяца. А вообще каждый месяц они приезжают. И крупы там, и постное масло. Все нормально, и чай. Все. Пропитание очень хорошее. Ой, главное, мука мы печем. Если у нас здесь магазина нет, мы часто хлеб печем. Такого продовольственного пакета хватает почти на месяц. А это для жителей фронтовых поселков серьезное подспорье. Руслан Смещук, Диана Клочко, Евгений Малярчук. Подробности телеканал «Интер».